Как же я люблю МЦК. Ребята, читайте со мной. Мы еще и на лифте прокатились. Ну и где мне тебя оставить? Его нет, ха-ха-ха. Так, оно, короче, вот, значит, вот так раскрутилось. Дело где-то на природе, ребята. Привет, едем по делам. Да? Дело у нас такое появилось интересное очень, о котором мы не можем рассказать, но это тайное дело. Но зато мы сделаем то, что планировали. В общем, узнаете чуть позже. А вот и я. Нормально. Неплохо так, неплохо. Да? Смотрите, какой вид. Ребята, читайте со мной. А, да, Рома тут читает. Покажи, какую ты книгу сейчас читаешь. Анжела Марсонс и «Немой крик». Ты уже первую прочел, да? Там? Вот это первое. В смысле, ты не первую прочел, я случайно прочел вторую, да. Ну, так бывает, да. Ну, это интереснее, чем вторая. В принципе. С учетом, что там как бы, опять же, подготовка. Ну, первая книга всегда сложная, потому что ты привыкаешь к персонажу. Здесь ты уже персонажей знаешь. Как же я люблю МЦК. Как мне нравится, столько удобств. Вот рюкзак можно поставить. В туалет можно сходить, если надо. В окошко полюбоваться красотой. Супер же. Романтика. Ну, романтика, конечно. Романтика и удобство. Это классно. Приехали. Вот еще и на лифте прокатились. На другой этаж. Открываются. Переходим дорогу. Да-да. Блин, смотрите, это круто, он со стороны смотрится вообще. Они выглядят такими все пушистыми, классными. Супер. Вот сейчас мы здесь шаурму возьмем. Вот здесь она довольно-таки вкусная была. Год назад, да, она была? Да. Вкусной. Вот. Сейчас попробуем в этом году как. $130. Причем в любом лаваше, в обычном, сырном, чесночном, неважно. Сколько получилось? 260 на двоих. Вот, выдали нам вкусняшка какая. Спасибо большое. Слушайте, я, короче, на жвачку наступила. Жесть, прикинь, я здесь встала, здесь кто-то жвачку кинул. Ну да ладно, ничего такого страшного. В общем, покажи. Еще вот раз, смотрите. Это и выглядит круто, и это очень вкусно. Ну и где мне тебя оставить? Пойдем, оставить. Какой? Я пошел. Ну, пошли вместе. Рома хочет в фикс прайс зайти. Ну, я так полагаю, чтобы взять пиво, да, Роман? Я угадала, да? Я угадала? Так, ну и класс. Ой, где твое пиво? Это пиво. Шляпки вон. Вот холодильник. Что здесь есть? Холодного. Пива нет, ха-ха-ха. У нас вот таких вот стаканов нету. Фикси.
Ну, которые от нас не слишком далеко. В меру. Это далеко. Так, ты где? Что, нету, что тебе надо? Ага. В холодильнике нету. Обожаю не молоко, просто обожаю. А, есть, да? Повезло такие тебе. Да? Ты куда? Ты одну только? А, окей, я еще одну взять? Сейчас. Сейчас еще одну возьму. А, ребят, вот, кстати, видите, тоже здесь все полит. У нас в Москве так принято. То есть, если ты будешь прямо сейчас есть, а не с собой, то поливается. Ну ладно, давайте приятного нам аппетита и вам, если тоже едите. Пробуем. Все так же вкусно по-прежнему. Но она, кстати, суховата. Не находишь? Я вам честно скажу, место изменилось внешне. То есть раньше оно было по-другому. Но... В общем, я, как обычно, съела половину и больше не хочу. Это нормально. Но хотелось бы сказать, что я думаю, что именно она действительно уже не та. Не то чтобы как бы восприятие другое. Тут просто веселяться, ну так и сечё. А, восприятие просто другое, да, можно было сказать. Но нет, я уверена, что она действительно изменилась. Но сейчас Рома тоже выскажет свое мнение. Любопытно, кстати, узнать его. Она какая-то, знаете, сухая и больше напоминает какой-то овощной салат, чем шаурму. Вот, ну, мое такое восприятие. В общем, мне как-то не зашла. Давайте Рому послушаем. Место тоже. Другое оформление, другие люди. Так что это как... А, и даже люди другие, да? Да. Угу. То есть, и твое мнение, ты так не поняла, тебе не вкусно, как и мне, или все-таки нравится? Без эмоций вообще. Ну, а если можно сравнивать с прошлыми, с прошлыми годами, так сказать, с прошлым годом? Ну, у ты меня понял тогда меня. Тогда явно было интереснее. Это было, ну, намного вкуснее. То есть, было вообще вкусно, а сейчас вообще невкусно. Сейчас такое себе, да, так себе. Ну, так бывает, да. Видите, какое-то, ну, даже в Москве получилось разочарование в шаверме. Хотя, кстати говоря, под предпоследнюю, которую мы ели, не возле метро, которую мы купили, а которую мы купили в другом месте. Где с этим был, да? С чем? Со ну, с чем? С этим, как его? Забыл уже. Ну, с острым перцем. Халапеньо. Угу. Да, вот там было ничем. Вот это была нормальная такая, классная, ее бы еще взять можно. А это уже совсем, ну, без эмоций, это ты точно сказал, нет души, что ли, такое. В очередной раз, забыв смартфон, забыв, наоборот, GoPro, снимаю на смартфон. В общем, выехали погулять, конечно, как-то дома казалось, что все так жарко, круто, но по факту, увы, нет. Какая-то такая преддождевая погода. Даже грозовая. Расстилай вот сюда. Нет, я здесь хочу. О, в этом месте. Расстилай тут и просто все. Просто надо посмотреть, что тут не было говен с этих собачек. Ты просто не ходи здесь заранее повсюду, чтобы... Да при чем тут повсюду? Вот. Ты я же чистый. Так, оно, короче, вот, значит, вот так раскрутилось. Поскольку оно в 4 раза потом... Смотрите, какой ветер, капец. Надо вдвоем раскрывать. Ну, естественно. Рома никогда один ничего не может Почему? Сделать. Нет, ну вот там вещи. Так, все, там. Давай. Или уже. Убирайся, я ее сейчас распилю, убери. Нет, я держу, чтобы ну, она не улетела. Мне видишь, нужно, оно чтобы летит. Ты в ту сторону держала, нету. Клади. Во, а что, ничего. Но, кстати, мне казалось все-таки, что он, наверное, должен быть побольше. Может быть, нет, надо нет, было больше взять, а? На троих больше и не надо. Ты думаешь? Мне вот как раз кажется, что на троих что-то... Четвером можно сесть по краям, а потом... Так надо так, чтобы можно было троем лечь. А мы троем на это не ляжем. Вот так вот. Поэтому надо было... Ну, надо можно еще один взять чисто. Смотрите, короче, один вот мы купили, он будет для этого. Ну, чисто для пикников, да, на выезд, когда не надо там валяться. А можно еще больше в размер взять чисто, когда действительно куда-то далеко и втроем. Втроем? Да. Я говорю, втроем. Ладно, все, хватит, я выключаюсь. Вот так. Все, давайте. Дело где-то на природе, ребята. Рома качает вел.
Слушайте, вот это я понимаю. Так надежно, знаете, так классно. То есть ты прям чувствуешь, что он греет. Да, то есть, соответственно, да, то, что действительно не хватало, соответственно, на нем вот прям надежно сидеть. Единственное, вот такие вот перегибы видны, но это ерунда. Вот, надежно. Ой, блин, какой же ветер, кошмар. Ну так классно, можно вот так босичком, и тепло, при том, что такой ветер. Все чуду взяла, помните, раньше брали в Бородинской лавке. А Рома там себе бутеров наделал. Пиво какое-то взял. В общем, такой пикник. Так, вот, салфеточки с фикс-прайс. Сейчас будем первый раз пробовать. Ну-ка, прям интересно даже, а? Все, не смешно. Открылись, хорошо. Нет, ну, а они сколько думаешь, там стоят? 24 рубля, что ли? Да, ну ладно, так, ладно, окей. Вынимай. Угу. Ну и давай оценивай. Начнем с аромата. С аромата. О, ну-ка. Пахнет симпатично. Да-да-да. Таким, знаете, легким. Хороший аромат. Средством для полоскивания белья. Очень приятный такой. Действительно цитрусовый. Ну и сама салфетка как по качеству. Хороша. Хороша. То есть да. И по влажности отлично все, да? Да. Вот. Вот такой обзорчик легонький в процессе. Берите. Ой, кто-то кричит. Оборотнет, нормально. Бывает. Извините, но нам кажется, надо линять.